Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть Pixel Piracy, но сейчас я начал все сначала, потому что мое сохранение, которое было раньше, где у меня уже был корабль и все такое, оно в общем не работает, потому что вышло обновление для этой игры, у нас тут добавили что-то, если честно, я и не знаю что. Так, нам надо нанять какого-то человека. Так, возьмем себе вот этого. Пойдем посмотрим, что у нас тут еще есть. Так, здесь у нас продают оружие. Не, оружие нам пока не надо. Что продают вот здесь? Ром купим. Фруктов купим. Нам надо просто... Там, будем плавать. Надо же как-то выживать. Так, здесь продают разные рецепты. Но у нас нету денег пока на них. Ладно. Сейчас мы пойдем на наш корабль, который мы еще не построили. Так. Ship setup. Вот так, вот так и вот так. Отлично. Это вообще не похоже на корабль. Это плот какой-то. Ну ладно. Нам этого достаточно. Сейчас я сделаю одну штуку и покажу вам, что здесь появилось новое. Потому я и не хочу строить другой корабль. Просто нет смысла. Так, быстрее давай. Чё за цыплята там? Кудачут. Так. Офигеть. Данжер 10 тысяч ватт. Таун, Исланд, Эвент. И куда мне идти? Давайте пойдем на Эвент, посмотрим, что у нас там произойдет. Сейв гейм, конечно же, сейв. Так, мы себе плывем, плывем, плывем. Получаем левел ап. Неплохо. Окей. Я заплатил ему 14 золота. Не знаю за что. Просто так? Давайте мы что-то улучшим у нас. Так, у меня удача неплохая. 30. Агилити 21. Вот это можно улучшить. И остальное мы оставим. Талант поинта на какие-то другие штуки, а этому мы повысим. Так, у него 5, можно вот эту штуку. Окей. И не осталось у него ничего. Так, дальше нам надо снова куда-то плыть. Почему здесь всюду острова, нету кораблей? Так, давайте сюда пойдем посмотрим, что здесь. Save game. Снова левел. Так, что у нас на этом острове? Здесь какие-то крабы. Надеюсь, они... Стоп, они идут меня атаковать? Нет. Так, там есть у нас собачка. Или что это? Кот. Campfire, давайте посмотрим, что он дает. Восстанавливает мораль, неплохо. О, кот нас не трожит. Так, сундук. Я нашел сундук с золотом на этом острове. Слушайте, интересно, если я... А, сундук исчез. Я думал, я смогу привозить сюда свое золото и прятать его здесь. Так, World Map, Ukrev, я там что-то подобрал. Так, Get a Gold from Killing Pirates. Looter Cap, офигеть. Upgrade Ranch Weapons, Upgrade Mill Weapons. Окей, тут одна звездочка, а если я нажму сюда? Все равно, ничего не дало. Так, Restore 200 мораль. Окей, это нам понадобится. Так, давайте вот этому... Вот эту штуку поставим. Интересно, она на нем появилась? Так, где он там? Это он. Как он выглядел? Блин, ничего не видно.
вот именно ту. Так, World Map и Таун, Исланд, Исланд. Ну давайте сюда. Посмотрим, что здесь у нас. Save game. У нас уже 255 золота. Неплохо. Но я хочу найти какой-то другой корабль и сразиться с ними. А тут одни острова. Чё такое там? Так, кто у нас здесь? Снова кэмпфайр, снова сундук. И никто это все не охраняет. Просто отлично. Рок, я нашел камень. Мораль восстановил нам. Эту штуку открывай давай. Окей. Так, бомба. Офигенно. Как-то все очень просто. Нам даже ни с кем сражаться не надо, чтобы это все себе забрать. Еще золото. Это что? Кет. Он вроде как не опасен. А кого это мы бьем? Так, я не знаю, мы что-то там уничтожили. Так, надо все собрать. Ладно, давай. Ой. Так, ship setup. Нам надо поставить еду, потому что cannot upgrade it. From. Так. Потому что мы проголодались. 600 золота. Ну, сейчас я могу себе что-то неплохое купить. Так, ладно. Вроде как я все соберу по дороге. Еще 30 золота. Так, восстановим мораль. Надеюсь, она восстанавливается и моей команде. Так, ну золотишко у нас пока есть. Можно еще пойти и прикупить кого-то себе. Так, что ж, пора отправляться с этого острова. О, неужели пираты? Надеюсь, у меня получится с ними справиться. Потому что там угроза 2, по-моему, было. И... Так, что-то с моралью у нашего. Так, 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 так. Давайте мы ему ее восстановим. Так. On that exploit, evaluate him. Без понятия. Так, восстановить мораль. Давайте при смерти он взорвется. И себе я что-то надену. Без понятия, зачем я. Так, надену-ка я вот эту штуку. Так, у меня какой-то ножик. Я хочу что-то посерьезней. Ранч вепон. Камни. Вау, круто. Давайте и вот этому дадим камень. Будем бросаться камнями. А, еще мы можем улучшить какие-то показатели. Хэперэген, армор. Мув спид, атак спид. Вот это. Так, отлично. И вот этому. Вот это. 30. И что еще ему надо? Вот так. Все, отлично. Интеракт. Надеюсь, у нас все получится. Офигеть, у них корабль. Сколько? 20 жизней и 31. А у нас 23 и 40. Ну, это неплохо. Надеюсь, у нас... О, камнем бросил. Круто.
О, е, одного убили. Давайте, за борт его. Выбрасывайте. Е, еще одного убили. Так, собираем все золото. И теперь то, что я и хотел вам показать. Смотрите, берем, жмем на этот флаг. Происходит какие-то непонятные действия. И та-дам! Это мой корабль. О, он даже чистенький сразу. Круто, у нас 700 золота, мы можем себе спокойно... Так, отправляться назад. Давайте поплывем вниз, сюда, и потом вон в этот город. И прикупим себе еще команду. Потому что все-таки вдвоем тяжело. И у нас корабль уже большой, можно спокойно нанимать команду. Ой, я ж не успею восстановиться. Давайте попробуем вот эту штуку. Окей, мы не смогли. Их трое. Четверо. Я могу убежать? Нету кнопочки. Я не хочу с ними сражаться, я даже не успел жизни восстановиться. В атаку. Я думаю, что я этот бой проиграю. Да, видите, как они быстро меня убили. Так, все, я понял. Лучше к этим пиратам не идти. А мы вернемся по своему старому пути. Так, World Map. Это сюда. И потом вон туда. Да. В общем, нам долго еще плыть. Но зато сейчас мы сможем нанять команду. У нас даже для этого есть золото. Так, интересно, я могу дать вот этому выучить... А, я не купил клининг. Так, у меня есть рок. И у него есть... Ладно, в общем, возвращаемся в город. Нам и жизни надо восстановить, а то у нас что-то маловато. Мы прибыли куда надо. Отлично. Дальше, дальше. Так, где это? Вон сюда. Ну, давайте заглянем. А, стоп. На этот тоже остров. И что там у нас такое? Уже по дороге, так посмотрим, что там. Так, 23 здоровья. Отлично. Все, я восстановился. О, он уровень себе поднял. А мне чуток-чуток остается. Есть, тоже поднял. Уже 7-й. Так, что у нас на этом острове? Куда он сразу спустился? А, у нас здесь таверна. Отлично. Или мы уже приплыли туда, куда надо? Походу, да. А сюда мы что, не заглянули? Ладно. Так, пошли за новой командой. Так, у меня 700. Значит, я себе куплю кого-то хорошего. 124. He was a carpenter. Кто такой carpenter? Я не знаю, кто это такой. Map good. Coming home. Так, я возьму себе, наверное, вот этого. Да. Отлично. Нам надо прикупить еще еды немножко. Что здесь продают? Орудия всякие. Так, атак 2, атак 2, атак 2. Атак 1. Атак спид 2.20, 2.80. Вот это хорошее. 2.50. 3.20. Вот эту штуку я себе куплю. Так.
Пойдем дальше, посмотрим, что здесь у нас есть. Фруктов купим. Еще один ром. Не, пока не купим. Купим этот рецепт на клининг, чтобы у нас корабль был чистый. Клининг. Отлично. Больше здесь мы ничего не сможем купить. Только вот бандаж, но она нам пока не надо. Я тогда куплю еще еды немножко. Отлично. Так, чё, все пошли на корабль? Ладно, все на корабль. И я думаю, на этом мы можем завершить эту серию. С вами был Пират. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.